Тема с темой, мне осталась одна забава. Друзья, вы знаете, есть такие чеченцы, у которых есть только одна забава. Это целыми днями стоять на улице и ничего не делать. Итак, в парке. Эй! Братан, кому ты там все время машешь? Вон той красавице. Придурок, это памятник Марине Цветаевой. Кто это? Великая поэтесса. Слушай, ты откуда знаешь? Меня вчера Хасик с ней познакомил. Хасик. Марина. Слушай, братан, я уже устал тут стоять. Давай сходим куда-нибудь. Давай. Слышишь? Да, прикольно. А что это за трек? Тимати? Джиган? Придурок, это ребенок плачет. Ребенок? Смотри, кто-то оставил тут ребенка. Ну, мамаша вообще безответственная. А если бы его какие-то дебилы нашли, которые вообще не знают, что делать с ребенком? Согласен. Так что будем делать с ребенком? Не знаю. Может, в полицию позвоним? Не надо полицию. А вдруг этот ребенок угнал коляску и скрывается? А мы его сдадим? В натуре, братан, мы с этой коляской очень подозрительно выглядим. Я понял, надо ехать в Америку. Зачем? Как зачем? Там два мужика с маленьким ребенком на улице не вызывают вообще никакого подозрения. Это дурацкая идея. Слушай, братан, как ты думаешь, это мальчик или девочка? Бороды нету, значит, это девочка. Либо русский мальчик. Точно. О, здорово. Здорово. О, братан, я же тебе говорил, не занижай так сильно эту приору. Смотри, что с ней стало. Это не приора, эй. Лада X-Ray? Что-то она отличается от фоток в интернете. Дебил, мы ребенка нашли в коляске. Серьезно? Ой, ты посмотри. Какой маленький. Ути-пути-кути-кули-кули-па. Иди отсюда. Монстр. Братан, а как мы будем его называть? Не знаю. Надо его назвать как-нибудь ласково, нежно. Кубейт, шарани, кудук. Или шалук-лук-эк. О, красивое имя. Чего он постоянно плачет? Ну, не знаю. Может, у него учителя по карате убили, и он хочет отомстить? Да не, какой учитель? Может, у него сестра вышла замуж за бурята безработного? В смысле? Да ничего, просто вспомнил так. Извини, братан, я не знал. Я знаю, чтоб он не плакал, ему нужна соска. Ай, звони Анжеле, она вот такая вот. Братан, он не перестает. Может, он спать хочет? Я знаю, что делать. Зина, где мои котлеты? Где зарплата? Не будет зарплаты, не будет котлет. Я жрать хочу, Зина! Зина! Эй! Ты что делаешь? Так мои соседи кричали, я все детство под это засыпал. Отойди, сейчас я пробую. Он точно наш маленький чеченюшка. Да. Наш шалук-лук-эк. Смотри, как сладко спит. Братан, вот у тебя появился ребенок. Какие у тебя ощущения? О чем ты думаешь? Знаешь, я думаю, вот было бы хорошо найти еще одного ребенка. Зачем? Как зачем? За второго ребенка 450 тысяч дают. Я бы Хасику долг отдал. Или потратили бы на его образование. На что? Или на твое образование. А ты что думаешь? Вот я смотрю на него и думаю, тоже хочу вот так лежать и ни хрена не делать. Я придумал. Надо пойти к моей тете Зарине. Она работает в детском садике. Она знает, что с ними делать. Пошли. Давай. Стойте, ребята. Этот ребенок не потерялся. Это был социальный эксперимент.
Мы специально оставили коляску с ребенком, чтобы понять, как люди себя будут вести в данной ситуации. И большое вам спасибо за то, что не остались равнодушными и решили помочь маленькому ребенку. Так где этот детский садик? Тут недалеко, пошли. Подождите. Вы не поняли, ребенка вернуть надо? Поняли? Пошли давай. Стойте, вы куда? Слушай, ты, мы нашего шалук-лукака никому не отдадим. Мы в ответственности за того, кого нашли в парке, понял? Команда КВН НК, улыбайтесь чаще, друзья!